Чем опасны глисты? Наши глисты и паразиты в нашем организме кровью нашей, тканевыми соками питаются, в кишечниках со всеми питательными веществами, представляете? Если вы пьете витамины, они вам не будут помогать, только 20%, потому что 80% витамины берут они на себя, они питаются этими и растут. Потом они размножаются, и эти, которые яйцеклетки, они не выходят, не выводятся, как и сами паразиты. Внимание, основные симптомы наличия паразитов и глистов, я вам скажу, это тошнота, рвота, диарея, кто-то вес теряет, кто-то поправляется, у кого-то запор. У кого-то астма с дыхательными путями, да, проблема, и думают, что это болезнь такая, нет. У кого-то аллергические высыпания, вздутие. Даже если у вас слюни текут, да, во сне, зуд в заднем проходе, и зубы скрипят ночью, то есть это все наличие паразитов. Если тебе интересно, переходи по ссылке в шапке профиля, я все расскажу, каким препаратом можно тебе избавиться от паразитов. И как можно избавиться? Препарат, который в составе имеется пижма, полынь и гвоздика, что они помогут вывести паразитов.